Кислое? Попробуй, да? Но это специальная приправа этот. Там лимоны надо. Да, да. Вот маринованный кабан. Не знаю, у вас у меня уже костер горит. Это когда бегал автобус. Чтобы из левую лопатку, правую лопатку попал. И толкай его до конца сюда. А я тут сейчас сниму его здесь вот рядом. Где? Можно спить в машине? Да я там что-нибудь. Это что может быть не так? Рома где? А что может быть не так? Ничего, лапа, поехали. Откуда доходы не пить? А там много людей? Хотя люди быть будут. Хана, все. Наоборот, мы там весело. Кабанам сим хана. Чё? Я тебя снимаю, чтобы ты знал. Нормально, я поднимусь. Еще все впереди, туда смотри. Следующий загон, другие вниз идут. Да. Ну я тебе... Хашлама тоже нас ждет, да? А внутри готовы? Там лимоны надо. Ну сейчас посмотрим, сделаем или нет. Это из чего хашлама? Рома, где? Это косуля. Косуля. Да. А... Косуля далеко от него? Да, сюда идем, я понял, все голодные. Давайте сходим. Да, да, конечно. Арсен, Гена, пожалуйста, не задерживайте, давайте все. Ты пороче, а мама не тушка не раз. Кому надо налить? Черпака хаталом видно, кацан. Сейчас я тебе кусок высу. Курица, курица. Один я видел, показывал. Берем. Сейчас подожди. Угу. Все. И за вашу природу. И за мотивы. Вы знаете друг друга. Железные подносы дайте, будем резать ставить. Кто-нибудь дайте железные подносы. Ну, хороший уже сейчас. А, вот это признак готовности. Я 70 лет на свете живу, первый раз это вижу. А мне на гора. Передавайте, старшим передавайте. 70 лет на свете живу, первый раз это вижу. Это на вас не похоже. Поднос еще один был.
Можно вот так? А ты наоборот самый хороший, когда передаешь. А ну-ка, сделай такой. Давай. Ох, какая красота. Вот так. До нашей эры люди кушали вот так. А при чем там? И в нашу эру тоже. А это все оттуда идет, до нашей эры идет. Слушай, они одинаковые. Вот посреди прям на фазе. Как готовы? Ну, нормально. Тарелла. Все. Отвечаю. Но самое вкусное осталось здесь. Не давай. Вообще ребра, если вот готово, вот так вот. Горячий. Подавай по часасику много, дай им. Прям сверху клади. Пару давай, бросай. Вот это сними тоже. Вот это вот. Гена, как нету, смотри, чай горячий. Я вообще выстрел не слышал. Я думал, они опять петарды кидают. Нет, два выстрела было, и в конце еще два уже. Если вы остаетесь, тогда вызывай мне такси. Ты останешься со мной до утра. Со мной потом я остаюсь, надо стрелять. Кристине сейчас позвоним. Бринцалова? Это уже сзади нас, не справа. Мы приезжаем дуплетом. Ты чё, Гаек? Как можно без мата? Ребята, я стреляю дуплетом, надел оба курочка. Нет, едем дальше, застрелим на себе заглох. Заводит ноль. Открываем капот аккумулятора. Аккумулятор у УАЗика с правой стороны. Еще 10 сантиметров я попал в водителя. Они сразу отрезали. А что ты плохо стреляешь? Он на бы поставил, на две колеса. А он сразу в кувет съехал. Я слушаю, да. Лет 20 назад я его у УАЗика поставил блокировку. Да больше. Больше. 30. Вот эти блокировки на себе выручи на двух колесах он выехал. Выехал, да. Дед Валер, а ваши блокировки на сколько выручали, а? То, что вы поставили. Паркинсов, я вам скажу, как пока паркинские близнецы, знаете? А как зайцы называют? А как зайцы говорят, как паркинсы? Нет, классно. Конечно. Все чисто. Аккуратно, Виталик. Наш мусор. Это, серый. А этот, дядя Олег, как?